Моего робота можно брать в разведку, так как на борту он имеет два аккумулятора емкостью по 9000 мАч, что позволяет ему двигаться автономно 3 часа. В разведку и не только. Можно взять Альфу, механическую собаку, которую создал восьмиклассник столичной школы номер 1234. Робот Арсений может участвовать в спасательных операциях и работать в зонах повышенного риска. Например, бесконтактно доставлять лекарства пациентам в больнице. Мозгом моего робота является микрокомпьютер Raspberry Pi, а также 4 придаточных контроллера, подключенных к нему. Каждая из ног оснащена своим собственным контроллером, что позволяет моему роботу перемещаться. Обычно над такими проектами работают целые команды разработчиков и сборщиков. Арсений справляется самостоятельно. На создание Альфы у школьника ушло более полугода, причем значительную часть времени заняло изучение терминов на иностранных языках. 40% от времени разработки всего робота мне пришлось посвятить чтению технических документаций и статей на тему микроэлектроники, физиологии подобных роботов, нейросетей, а также компьютерного и машинного зрения. В работе над проектом Арсению приходилось переводить сложные технические тексты с английского, немецкого языка, знать технические термины. Вся эта база позволила ему выступить со своей презентацией перед международным сообществом в Таиланде, не испытывая при этом никакого языкового барьера. Hilfe diesem Roboter kann man verschiedene Medikamente aus einem Ort bis zweiten zu einem anderen Ort bringen. Ребята в нашей школе развиваются в двух направлениях: в техническом и лингвистическом. Они прекрасно умеют работать с разными видами информации, систематизировать ее, структурировать информацию, причем на разных языках. В этом году Арсений со своей разработкой стал победителем Международной олимпиады по робототехнике, опередив 520 участников из стран, которые считаются лидерами в этой сфере – Южной Кореи, Китая и Малайзии. И останавливаться на достигнутом московский школьник не собирается. Продолжает дорабатывать проект и мечтает поставить производство «Альфы» на поток. У человека появится еще один надежный друг и помощник.